улучшение продолжается. И сейчас мы являемся свидетелями удивительнейшего явления. Мы купили столовый набор, обеденный набор с зонтиком, с креселками. И именно сейчас мы заняты этим приятным занятием по сборке и установке. Теперь наконец-то мы сможем сидеть и отдыхать. Новых изнурительных этого будет дней каторжного труда. Наконец-то мы заработали себе шанс, возможность из меня снимать. Что ты табуретки снимаешь? Посидеть в креслице и отдохнуть. Как это ни странно звучит, сначала надо много-много работать, чтобы потом немножко отдохнуть и посидеть. Но ради этого стоит уже выйти. Видео или фото? Много в нашей жизни, многие события в нашей жизни связаны с 13 числом. И именно сегодня, 13 числа, спустя 2 месяца, как мы купили этот дом, мы восседаем вот на этом замечательном деке, который мы сегодня именно закончили, за этим диносет столовым набором, ужинаем на прекрасной природе. Первый раз. Тихий такой спокойный вечер, поэтому сегодня очень такой значимый день для нас. Правильно. Мы будем рады видеть всех наших друзей и гостей за этим гостеприимным столом.